такой хороший, добрый. Да, хороший и добрый котяр. Угу. Очень хороший, добрый котик. Очень хороший, добрый котик. Зоин год ты, котюхель. Зо, бравый бестуху. Я терпеливый такой, да, с маленькими, да, бестуя. Угу. Золотко мое, я хорошая. Кусают, все кусают, и мама кусает, и бабушку кусают, и Василька кусают, да? Ну, чудики такие, что они тут делают-то, а? Чудеса такие, ой. Во, вот куда лезем? Куда лезем, куда лезем, куда? Давай телефон укусим. Давай телефон все укусим, давайте. Во, все покусаем, все на свете. Угу. Давай, 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 кусай. Палец кусай, давай, грызи, грызи, давай, давай, грызи. Давай, грызи в чернули. Через пыжик. Иди, давай. Опа. Так, так. Вот. А Селек уже демонстративно уже не хочет по верхам лежать. Уже хочет привезли на полу лежать. Чтоб признали, чтоб поняли, что он тоже полноправный тут хозяин всего этого. Да. Может тоже по полу ходить, не только по верхам прыгать. Он так не даст поспать немножко. Ну понял, что будем делать? Смотри, какая. Делать-то с ней был. Воспитывать, да? Сделала. Такая врединка, да, будет ничего делать. Ну, что делать-то будет? А, Бонь, ничего будем делать, Бонечка. Ну, что будем с ней делать такое? Непослушная, да? Ну прям никак ее, да, нет? Ну что делать? Избаловали, конечно. Смотрите, да? Мы его избаловали. Мальчишки нормально сидят, ведут себя хорошо. А это вообще безобразница какая. Ой, какая безобразница. Ой, какая безобразница-то. Лола, какая безобразница. Лола, иди туда в коробку. Ой, как посмотри. Вот так, забойся. Ой, станет в постель, коробочка-то пойдет спать. Шчижик такой, да? Ой, просто это прыжок такой. Решил запрыгнуть на кровать. Тоже, тебе тоже надо на кровать слезть. Вот там сидит надутая в углу.
Надулась такая, сидит недовольная. Легла. Не хотим в коробке сидеть, да, с мальчишками. Угу. Вот такие вот. Пусть. Будет интересно. Она ими наблюдает сверху все время. Ну, ты ее место здесь на кровати со мной. Да, мама, конечно, балует между делом, их тоже берет в постельку, и Боня тогда удивляется, зачем я их беру. Потом их трудно воспитывать. Вот. Ну ладно. French fries. Ja. Ja, und trinken? Trinken. Wasser. Hm? Wasser. With okay. Gas. Ja. Und? Zigan. 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 Ja. Лер напрягается, сейчас ищет. Ага. И ты, а ты филиш бургус. Он байлаге. О, по-венгерски завела мило, да? Че ты? Сегодня книжку байлаге. Подержала в руках. Подержала она? Да. И уснула? Нет? Не понимаю, что говорит. А, райс. Райс. Насыщ. Ничего она не пьет. Вот пришла я после ресторана уже обратно. Ребята тоже поехали домой. Выходя из ресторана, садясь в машину, увидели, как подъехал Мартин. Да, Мартин это молодой человек, ему 40 лет, да, и швейцарец, который покупает у меня дом, да, и он уже там живет сейчас какой же, третий, четвертый день уже ночует там в этом доме. Уже сам заказал дрова.
и то есть топит теперь дом там, и, в общем-то, все у него там нормально, сидит довольный такой. Произошло. Сегодня был такой очень тихий день, с удовольствием отсидела дома, хочу сказать. Вот, и выспалась, что-то там поделала, что-то на кухне поготовила. В общем, что-то так, вроде это самое, очень, очень тихо, очень, вообще ничего не делала. На улице прохладненько, сейчас уже холодно стало. Вот. Ну, вчера был у нас напряженный день. Вчера мы целый день ездили в Тамаше с Мартином, где им показывала, где что, что можно купить, в смысле, где можно что купить. Ну, начиная там от почты, где платишь счета, где банкомат, посмотрели. Ну, это уже мы посмотрели у нас в нашей местности здесь, потом поехали в Тамаше. Ну, вначале всегда как-то думаешь, а Шиафок недолго, только полчаса, и все, в принципе, ездят в Шиафок. Новоприбывшие ездят в Шиафок закупаться, да, там что-то смотреть, такое впечатление, что там все только туда можно есть. Но это не так. То есть, как правило, те, которые уже там через пару недель съездили в Тамаше, посмотрели, это уже 10 километров в другую сторону от нашей деревни, там можно все найти, там все есть, да, ну и, как правило, там все-таки чуть-чуть подешевле, потому что это уже не туристический, как бы, район, да, вот, и там, в принципе, все, что надо, самое необходимое есть, вот, просто нужно знать магазинчики, все места нужно знать, да, вот, ну, потому что как-то в Шиафоке там все-таки сразу видно Теско, большой-большой центр, да, торговый, там Оби и так далее, да, так что здесь все-таки маленькие магазинчики, но там тоже все найдешь, нужно просто знать, где. Где-то есть хороший инструмент, например, можно купить, где-то там то, ну, в общем, все показать, нужно было, где больница, где там в случае чего, да, куда в больницу идти, где полиция находится, где находятся всякие бюро. Вот, так что мы сделали такую пробежку просто по строительным магазинам. В принципе, было важно нам проехать. То есть мы по всем точкам проехали, которые я сама знаю, да. Вот, прошли, зашли в Лидл, посмотрели. В общем, там, ну, Пенни просто пальцем показали, вот там, где какая булочная хорошая. Вот, ну, вот такие вот, да, в общем-то, ну, где-то мы проездили, наверное. Все равно где-то 3 часа мы поездили, потому что нужно было еще что-то купить нам, поэтому мы ходили по магазинам, вот он там искали то, что ему нужно, вот там замок заменить, там еще там что-то, вот. Ну и заодно пообщались как бы с народом, да, особенно для него, ну как-то было интересно, потому что он находится в новой местности, он хоть с Венгрией знаком уже 6 лет, в Венгрию тоже ездит регулярно. И жил-то он же в Венгрии, вот у него был дом, да, ну, у него эта карточка уже все есть, есть, да, вид на жительство, вот, но работать он просто ездит в Швейцарию, а, в принципе, уже официально, в общем-то, он как находится в Венгрии, вот, а в Швейцарии есть только на подработке и живет вот моего соседа бывшего, вот. Ну что, а сейчас он уже поселился здесь, поселился в этом доме, вот какая уж третья ночь или четвертая он там живет, топит печку, дрова он заказал буквально на другой день, ну, у меня тут телефон был, да, где я сама заказывала в прошлом году, вот, так что, ну, сейчас тоже вот этот телефон, как-то он пошелся по всем моим знакомым, разошелся, в принципе, все там заказывают, у кого нет центрального отопления, вот, и центрального, ну, в смысле, газом, ну, и вот, в принципе, у него уже ему дерево привезли, и, в общем-то, у него тут все это, он все сам уже разбирается везде. Но хочу сказать, кроме всего, что ему-то легче, в принципе, потому что он говорит на венгерском. Ну, он говорит сам, что я говорю с ошибками, и не перфектно, и не все понимаю всегда. Ну, как мы смеемся и говорим, ну, хоть переспросить можешь, да, если не понял. Вот. И, в общем-то, молодец, я хочу сказать. Мне я прям посмотрела на него со стороны, как вот он с этими людьми разговаривает, с продавцами, там, с мужского пола, да. Вот. И, в общем-то, было смешно, там такая ситуация. Ему нужна была такая цепь, ну, цепочка, чтобы на ворота там закрепить, тоже как у меня там, да. Вот, эту цепочку ему нужно было
два куска отрезать. Ну, и обычно подходишь к продавцу и говоришь, а ты отрежьте мне тут там, да, сколько мне нужно. Вот. А он взял сам, эти щипцы там рядом лежат, да, и он сам отстегнул, сколько ему нужно, отрезал, отщипнул. Еще посмотрел так на него, ну, думаю, наверное, можно так, я не знаю, если он делает. Вот, ну, ну, в принципе, не трагично, но, в принципе, было бы даже легче, если бы они пришли, бы тебе сделали. Вот сам отрезал, сам пошел на кассу, все туда. Вот, и подает им эту цепь, они на него так смотрят, их там было три парня, по-моему, продавцов. Смотрят на него, говорит, ну, что-то говорит, я слышу разговор, ну, даже я там что-то понимала, да, да. Ну, и видно, что они там смеются, все на него такими глазами смотрят, там, круглыми. Как? Сам взял, отрезал, и так смеялись. Вот, ну, типа, он говорит, а что, нельзя было? Ну, они говорят, да не, нормально все, здорово. Вот, ну, и, в общем, так, как-то свой парень оказался в доску. Вот, ну, и, в общем, там пошутили, и видно, что его расспрашивают там, а где ты, что ты, откуда ты, там, из Голландии или откуда, или ты из немец? Он говорит, нет, я швейцарец. Они, а где, значит? Ну, он говорит, в деревне, где мы живем. Он говорит, ага. И такие глазами на него так восторженно смотрят еще. Я думаю, ну, вообще, прям совсем у него успех прям какой. Ну, свой, да, вот когда по-венгерски разговаривает, видно, что пытается, и сам деловой весь там, да, сам взял, ну, как пошел, там все отрезал, взял, что надо, принес, сказал, ну, все так лаконично, рад, цак, цак, цак. Вот, ну, в общем, это молодец, молодец. Вот, так приятно было смотреть, как он везде. Не было у него неприятной ситуации, то есть везде, куда мы ходили, везде так его с ним... Очень хорошо как-то обращались, и он с людьми нормально, молодчина, молодчина. Говорит, ну, здорово. Вот. А сегодня он уже со швейцарцами празднует, да? Сегодня пятница. Сегодня швейцарцы, по всей видимости, где-то собираются. Тут в одной забегаловке. Там я ни разу не была. Но, говорят, там дешевая еда и вкусная. Вкусно это готовят. Ну, я знаю, где он находится, но как-то снаружи мне показалось не очень приглядным как-то. Проезжая, мне кто-то показал тогда, как это здесь хорошо можно поесть и дешево. Ну, и как-то, ну, ладно, буду знать. И вот тогда, в принципе, еще ни разу не ездила, не очень далеко от нас. Вот, но нужно будет тоже попробовать сходить. Говорят, там столики даже стоят. И, в общем-то, думала, похоже было для меня, как будто там как... Ну, как вот бывает, продают там хот-дог, да, какой-нибудь киоск. Так как-то выглядело раньше, не знаю. Ну, в общем, там вот встречаются швейцарцы все сегодня вечером. И как раз мы ходили с Андреем и с Лерой в ресторан местный здесь. И, уезжая уже оттуда, встретились на парковке. Мы уезжали, а он приехал. Вот. Ну, в общем-то, как-то мы не вместе поехали, это, ну, потому что я думала, что он со швейцарцами уже светил. Ну, в общем, давно. Он говорит, а нет, я сидел дома и убирался. Я говорю, ну, извини, типа, с собой не взяли. Но он мне так написал, говорит, что, наверное, с швейцарцами пойдет. Он же там уже у него свои контакты с моим этим Херми, да, у него уже контакт там, да, они там переписываются, договариваются по... То ли по WhatsApp, то ли по телефону каким-то образом, то ли по Facebook. Вот. И уже в контакте с его соседом там по поводу каких-то плоскогубцев или что-то там еще. Вот. В общем-то, уже ходит со всеми знакомиться. Ну, это хорошо, да, будет самостоятельный парень. Вот. Ну, правильно, так оно и должно быть. Просто как-то даже удивительно, что так быстро все это. Ну, он говорит, по-венгерски еще знает, и, по всей видимости, сейчас в таком еще воодушевлении ходит сам знакомиться, все прекрасно. И уже в пути сам, в дороге, в ресторан, везде потом. Ну, и, в общем, попрощались, мы поехали домой, а он говорит, ну, я сейчас, а я тоже пойду поем и самостоятельно все, да, и потом с этими швейцарцами поедет познакомиться с местными. Вот, ну и посмотрели, говорит, мы говорим, будешь проезжать, тогда, если не очень поздно будет, то заезжай еще на чаек, расскажешь, что там, кто что рассказывает там, про кого. Что все хорошо. А завтра, что у нас запланировали? Завтра мы будем тестировать с Валерией портретную фотографию. Вот. Так что сказала, давай, иначе я не соберусь. И потом им, они тоже через пару дней нужно и будет уехать. И приедут они снова в январе уже.
Вот, так что в январе они могут спокойно приехать, потому что им сегодня сделали, отремонтировали отопление. Ну, вот у них был дом с отоплением, да, в принципе, с газовым. Но там что у них не работало, барахлило, и вот уже они там пришлось топить печку какое-то время. Вот, и сегодня к ним приехали, сделали, они очень довольны этим мастером, который там был, да, в общем-то, нормально он взял, они не закрутили никакие там эти цены страшные. Вот, в общем, все нормально прошло, они очень довольны, подружились с этим, с мастером. Вот. И так что все путем, да, теперь у них работает отопление, могут спокойно уехать, зная, что у них там дома отапливается. Вот. Ну и приедут они тогда в январе. Ну и хорошо, значит, это. Вот. Так что уже недолго осталось ждать. До Нового года. Ой. Ну вот так вот. Ну и вот все, вроде бы и все. Да, завтра будем фотографироваться, нужно будет, а то потом уехать уже не успеем. Я тогда посижу, немножко поделаю фотографии. Вот, на фотошопе покопаюсь и посмотрим, что получится. Я думаю, что она разрешит фотографии потом показать, какие получится. Ну, завтра так не буду, я ничего здесь особенно делать, как стоит, просто будем посмотрим там на фоне того, на фоне сего. Вот, и все ли работает как надо, все ли зажигается, включается, мигает, когда надо. Вот. Вот. Ну, тоже будет, наверное, сделаем пару кадров. Вот. А на этом я прощаюсь. Спокойной ночи, малыши. Ой, еще напоследок хотела рассказать. Сейчас уже перебралась в кровать сюда. А почему я пришла в кровать? Потому что у меня батарейка садится. А кабель у меня здесь подключен. Я думаю, пойду полежу и заодно расскажу еще, что мои последние вещи, которые еще в Швейцарии остались, последняя партия уже, вот, которую, в принципе, уже забрал Херми из Швейцарии. То есть самые последние вещи, которые еще там остались, все он оттуда увез. Сегодня прислал фотографии, которые я и вам сейчас покажу. WhatsApp. Вот. В общем-то, в принципе, я уже, честно говоря, не думала, что это там еще что-то придет. Но теперь вот там еще. Вот и последнее, что осталось, придет. Ну, там тоже что-то уже показал, что не привезет. Вот. Ну, да, бог с ним. Вот. И так хорошо. Вот. Так что вот такие вот еще новости. Значит, все-таки какой-то толк от него все же есть, от Херми, от нашего. Вот. Обиженный на меня, что ругается, говорит, ну, видишь, я все равно тебе везу. Ну, правда, я ему об этом напомнила, говорю, ну, слушай, ну, ты вот там посмотри там, может быть, привезешь еще вторую часть, да? Вот. Я еще все равно еще злая на него из-за собак, да, из-за беременности, из-за гаража тоже. Вот. Ну, ладно, сейчас, если мне с вещами тоже второй раз привезет, ну, ладно, тогда как-то мы разберемся, я думаю. Как-то разберемся с нашими обидками. Вот. Ну, а теперь уже окончательно я заканчиваю. Может быть, каких-нибудь собачьих туда картинок заброшу в видео. Ну, все, теперь уже до следующего раза, да. Ну, думаю, что теперь уже, наверное, сделаю видео с нашими с Лерой, с ним съемками фотографическими.